когда ни в чем не повинный человек, который не собирается совершать никаких противоправных действий, этот человек преследуется, в отношении него нарушаются права человека, его задерживают, обвиняют в том, к чему он абсолютно не причастен. Ассаламу алейкум, стха. Правда, что Джохар Дудаев говорил, есть два народа на Кавказе, у кого независимость в крови, это чеченцы и лезгины? Ва алейкум ассаламу рахматуллах. Я не знаю, я не слышал этих слов, но такие, вот этот вопрос уже не первый раз поступает. Может быть, он это сказал, я не знаю, я не слышал. Так, давайте, знаете, что здесь вижу, что здесь идут вопросы Алаудинов и так далее. Но я хочу начать этот эфир с другой новости. Точнее, я начну этот эфир вообще с того, что расскажу вам одну историю, которая произошла несколько недель назад, может, 3 недели назад, может, даже меньше. Один чеченец, проживающий в Берлине, мой знакомый, которого я знаю, он в одну из пятниц вместе с 2 своими друзьями на машине, они проживают в Берлине, они в пятницу отправились в мечеть на джума-намаз, на коллективную молитву, которую каждую пятницу мусульмане совершают в мечеть. И вот, значит, едут 3 парня, чеченца, едут в мечеть. Здесь важно, наверное, упомянуть, что вот этот вот мой знакомый, он имеет статус беженца в Германии, у него нет никаких проблем с законом. То есть он, это человек, который не нарушал никаких законов Германии, все у него как бы в порядке, ни на каких учетах, нигде он там не стоит, никуда не привлекался и так далее. Вот, значит, едут 3 парня, чеченца, едут себе в мечеть, по дороге мой знакомый, а он сидит не за рулем, он сидит рядом, он решил поснимать, вытащил свой телефон и начал вести съемку. Просто вот едут люди и снимают из машины. И оказывается, в этот момент они проезжали мимо синагоги в Берлине. Он понятия не имеет даже, что это синагога. И он даже не снимает эту синагогу. Он просто снимает улицу. И проезжая мимо этой синагоги, эта синагога попадает в кадр. А перед синагогой стоят полицейские, так как синагоги, к этому, кстати, тоже вернемся к этому моменту, но они, по идее, в Германии должны охраняться. Да и не только в Германии, вообще по Европе синагоги охраняются. Особенно они охраняются в праздничные дни еврейские. Но к этому мы сейчас чуть позже вернемся. Так вот, они, значит, попадают в кадр, попадает эта синагога, попадают стоящие перед синагогой 2 полицейских. И далее, ничего не подозревая, эти ребята дальше едут в мечеть, выключив камеру, положив обратно телефон себе в карман. Помолившись в джума намаз в мечети, они опять, ничего не подозревая, возвращаются домой, к одному из этих 3 ребят в гости. И там они ночуют, играя в PlayStation, не делая там ничего противозаконного, просто общаются, кушают, пьют чай, играют в PlayStation. На следующее утро люди хотят разойтись, и когда выходят на улицу, их скручивает немецкий спецназ. Скручивают вот по всем правилам захвата, такого жесткого захвата, когда лицом в землю, наручники, руки за спину, грубое обращение, вот закидывают, значит, машину, отвозят их всех в полицейский участок. И далее несколько часов, 5 или 6 часов, идут допросы. Оказывается, в синагоге их снимать нельзя. А они, значит, произвели вот эту вот съемку. Я сейчас не буду рассуждать на тему, можно ли снимать синагоги или нельзя, официально ли это закон в Германии или нет. Я понятия не имею. Может быть, действительно у них есть такой закон. Я не знаю. Может быть, они его реально нарушили. Но в течение вот этих вот нескольких часов их жестко допрашивают и их обвиняют в том, что они что-то планируют сделать в этой синагоге, что-то противоправное.
Разумеется, телефоны у них отбирают. Они, кстати, просматривают эту видеосъемку. На этой видеосъемке видно, что они специально эту синагогу не снимали, что это была просто обычная съемка, которую вели эти люди. То есть, ну, не целенаправленно снималась эта синагога. Это все они видят. Телефоны изымают. Все, что у них есть, там электронная техника, все изымается. Их прям жестко обвиняют в том, что они реально какие-то там радикалы, экстремисты, и что-то они готовят. И если что-то произойдет вообще в Берлине, то им устроят там какие-то великие проблемы. Вот так вот еле-еле их, значит, выпускают, сказав, что потом их еще на суд, видите ли, куда-то приглашат. То есть по этой теме будет еще возбуждено какое-то уголовное дело или будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Вы представляете себе уровень того, насколько они заморочились по этой теме? Представьте себе, вдумайтесь в это. Почему я рассказал вам эту историю сейчас? Потому что вчера нас потрясла новость о том, что в городе Галла, по-моему, немецком городе, произошло нападение на синагогу. И нападение совершил нацист, немец, немецкий нацист, праворадикал. Человек, вот, который с идеями Гитлера, там, фашизма и так далее, который вот, ненавидит евреев, антисемитская такая акция была совершена вчера в этом городе Галла. И этот преступник снимал эти все свои действия, не просто снимал, а вел стрим на какой-то площадке, где обычно стримят игры. И вот я где-то 11-минутную запись этого стрима посмотрел, как он спокойно подъезжает к синагоге в день праздника, а этот, я разговаривал сегодня со своим знакомым евреем, и он говорит, что тот праздник, который был вчера, это праздник, ну, самый массовый, то есть на этот день в синагоге бывает больше всего прихожан, именно в этот день. И вот он приезжает в этот день, в день праздника, к синагоге, которую не охраняет ни один полицейский. Там нет ни одного полицейского. Он спокойно останавливается, выходит, подходит к двери, что-то там закладывает, я так и не понял, это, что это было. Потом пытается, стреляет в дверь синагоги, в замок, пытается его открыть. Хорошо, что у него это не получилось. Стреляет из каких-то охотничьих, то ли самодельных, я не пойму, они у него клинят. 12-й калибр там такой, картечью стреляет охотничий. Потом просто проходящего или проходящую мимо, я не знаю, была это девушка или, ну, женщина или мужчина, он его убивает, просто проходящего мимо. Затем спокойно гуляет еще перед этой синагогой, что-то там выкрикивает, какие-то общается со своей аудиторией, которая его наблюдает его по интернету. Затем садится в машину, уезжает куда-то дальше, подъезжает к турецкой закусочной, заходит в эту закусочную, начинает там стрелять. У него там тоже клинит это его оружие, дает осечки, он двое, по-моему, там успевают убежать, а один растерявшийся какой-то человек, который не стал убегать, он сзади холодильника там прятался, в общем, он его тоже убивает. И это все происходит спокойно, он потом обратно выходит из этой турецкой закусочной, переходит дорогу, причем переходит не так, что он быстро куда-то бежит, а он останавливается, пропускает свободно едущие машины, вот этот поток, пропускает их, не нарушает, то есть, да, спокойно переходит одну линию, потом ждет, пока проедут машины, опять потом садится в свою машину, опять куда-то едет. И это все так происходит спокойно на протяжении десяток минут. Спокойно человек расправляется с людьми. И вот теперь вопрос к немецким властям. Как так получается, что чеченец, который не планирует никаких противоправных действий, который просто вытащил телефон и решил поснимать улицу, чтобы, возможно, отправить каким-то своим друзьям, вот как, мол, мы живем вот в Берлине, вот так вот мы ездим по улице, там, в пятницу ходим в мечеть, что-то такое, да? Почему этот человек был задержан и против него там применялись вот эти всевозможные дискриминационные какие-то действия со стороны власти? А при этом настоящий преступник нацистский спокойно подъезжает к синагоге и расстреливает прихожан. Как так получается? Не значит ли это, что в системе вашего государства есть очень серьезные проблемы? Не значит ли это, что ваша система дала сбой?
Не пора ли уже задуматься, не скатываетесь ли вы обратно в 30-е годы, к концу 30-х годов, когда спокойно идет дискриминация евреев, дискриминация мусульман, когда власти сделали из обычных мусульман, из них сделали реальных каких-то врагов, опасных для государства преступников, в то время как реальные преступники спокойно расправляются с людьми в вашей стране. Не значит ли это, что пора что-то менять? Или хотя бы задуматься? Да, когда это случилось, мы смотрим сегодня, там Меркель приехала, участвует в поминальных мероприятиях в Берлинской синагоге вместе с евреями. Да, сегодня власти выражают свои соболезнования и сочувствуют. Но это-то понятно, да, мы все сочувствуем, но ну что-то-то с этим надо делать. Неужели непонятно, что подход явно неправильный? Когда ни в чем не повинный человек, который не собирается совершать никаких противоправных действий, этот человек преследуется, в отношении него нарушаются права человека, его задерживают, обвиняют в том, к чему он абсолютно не причастен, в то время как над реальными преступниками не работают. Если бы эта полиция берлинская, которая тогда задерживала ни в чем не повинного человека, если бы они занимались бы реальными преступниками, возможно, вчера этого преступления бы не произошло в городе Галлы. Галла или Галлы. Пора бы уже задуматься над этими вещами. Было бы хорошо, если бы немецкоязычные издания обратили бы на это внимание. Много таких вопросов остаются незамеченными. На них никто не обращает внимания. Я сейчас говорю не про нападение на синагогу, а про задержание ни в чем не повинного чеченского парня. Это ведь нигде никто не осветил, об этом никто не рассказал. Потому что, ну и что? Общественность думает, да пускай этих чеченцев проверят лишний раз, не мешает. Но пока полиция занята проверкой ни в чем не повинных людей, просто потому что они им не нравятся, из-за своих каких-то личных ощущений, реальные преступники продолжают совершать преступления. Мерзкие, отвратительные, антисемитские преступления. А ведь эта волна антисемитская в Германии, она очень хорошо знакома, к чему это приводит. Правильно, было бы сейчас немного задуматься об этом, обратить внимание и что-то поменять в своих головах, в первую очередь, и в своей системе. По-моему, наконец-то надо посмотреть все-таки, кто является реально преступником и угрозой для вашего государства, а кто просто приехал в вашу страну для того, чтобы спастись от преследования и от противоправных действий. И приехал, заметьте, он туда лишь потому, что вы сами заявили о том, что вы являетесь правовым государством, потому что вы сами ратифицировали Женевскую конвенцию, потому что вы сами объявили на весь мир, что вы готовы защищать людей, преследуемых не по праву, в странах их происхождения. Поэтому туда приехали мы, чеченцы, именно из-за этого мы приехали в вашу страну. Не для того, чтобы совершать у вас противоправные действия. Да, я, конечно, не оправдываю всех чеченцев, не говорю, что мы все такие белые и пушистые. Среди нас тоже есть люди нехорошие, и, разумеется, будут и те, кто совершат какие-то противоправные действия. Но заметьте, ни один чеченец еще за всю историю Германии не совершил никаких нападений на еврейское общество или там из каких-то антисемитских побуждений ничего не сделал. Хвала Всевышнего, я надеюсь, и не сделает. Я думаю, просто пора как-то поменять свое отношение и работать над реальными преступниками.